Сегодня приготовим морского окуня на гриле, но перед тем, как все это увидеть и узнать, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Нам понадобится морской окунь, майонез, специи для рыбы, соль и перец. Еще не забудьте подготовить фольгу. Итак, первым делом мы очищаем рыбу от чешуи, убираем все ненужное изнутри, посыпаем обильно специями для рыбы со всех сторон и обязательно внутри. Также берем черный молотый перец, аккуратненько распределяем по всей площади рыбы, посыпаем морской солью и добавляем майонез. Вот такой маринад у нас получился. Главное выждать хотя бы полчаса. Чтобы рыба не получилась сухая, сначала будем делать ее в фольге, потом через некоторое время ее уберем и будем обжаривать просто на гриле. Получится так сочнее и очень вкусно. Итак, теперь мы убрали фольгу и еще поставим на одну функцию режима рыбы. Получается рыбка безумно вкусная. Обязательно приготовьте для своих родных. Приятного вам аппетита!